Алекс Монг, Classic Games представляет. Итак, всем привет! С вами Алексей и канал Алекс Монг, Classic Games. И мы продолжаем живой летсплей по лучшей версии Need for Speed Most Wanted 2005 года для консоли от компании Microsoft 7-го поколения Xbox 360. Погнали. Так, дальше у нас 35-е задание. Пройти секундомер быстрее, чем за 3 минуты 35 секунд. На Lamborghini Murcielago. Погнали. Красивая тачка с не менее классным звучанием. Как же без аварии, действительно. Трафик обязательно нам все надо испортить. Полиция, мне кажется, так не подсирает, как трафик. За что я его в кавычках очень люблю. В кавычках. Ненавижу трафик. Если кто не понял. И диспетчер заговорил. Вау! Это было рядом вообще. Копы, составьте мне компанию, то... О. О, да. Я не очень удачно от них увернулся. Аккуратно, встречная полоса. Ой, опять большой груз. Давай, давай. Круто. Да, победа.
Классная гонка была. Двигаемся дальше. Далее на этой же Lamborghini Murcielago нужно протаранить 12 полицейских машин. Поехали. Протаранить не значит вывести из строя, хотя бы задеть и ударить. Так, двое есть, трое. Верно, Red Lamborghini, красная Lamborghini. Ой, блин, я забыл, что он тупит. Шесть уже задели, еще столько же. Так, семь. Восемь. Девять. А нет, восемь. По-моему, касание вертолета, кстати, тоже считается. Еще четверых надо задеть. Блин, опасно. Так. 9. 10. Еще двух. Сначала скинем хвост. А, блин. 11, еще одного. Так, иди сюда. Опа, блин, еще и джипы. Так, ну теперь отрываемся. Так, давайте собьем эту вышку. И прячемся. Ага, прячемся. Давай, на тебе, блин, хотела протаранить, чтобы он меня потерял сразу. Спасибо, скотина, что не помешал. Вторая скотина тоже спасибо. Трафик я в этой игре ненавижу всем сердцем. Не то, что, ребята, ненавижу, я презираю даже. Все, ребята, отставим гнев. Спокойно. Победа. Здорово, очередная победа. Так, то есть 37-е задание пройти секундомер быстрее, чем за 3 минуты 35 секунд, или так же, как раньше. Как вот здесь. Ну, конечно, машина на сей раз другая. Вопрос какая? Сейчас узнаем. Porsche Carrera GT, надо же. Самая топовая тачка в игре. Погнали. Никакое звучание классное. Такой вот высокий такой звук.
Да и сама по дизайну красивая. Порше свое дело знает. Я думаю, не секрет, что мы обязаны появлению этой марки Фердинанду Порше. Серебряный Порше, все верно. Бам! С колонну снес. Ну ничего. Это лучше, чем в машину влететь. Давай. Успел. Хорошо. Таксист, вали нахер. Давай, вперед. Ну, блин, хорошую музыку прервали. Вот, продолжили. Опять прервали, ладно. Ой-ой! Эти фуры надо вообще опасаться. Победа. О-хо-хо! За секунду до столкновения, нифига себе. Даже надо задали секунду. Так, дальше. Так, пройти на этой машине испытание, нарушив 6 правил. Поехали. Сделать это будет быстро, вот оторваться, посмотрим. Да-да-да, Silver Porsche. Съезд проезжей части, значит, удар по полицейской машине, нарушение нанесение ущерба государства, 3 нарушения. Так, врежемся в трафик. Вот, ударили и скрылись, 4 нарушение. Превышение скорости, 5 нарушение. Чрезмерное превышение скорости, 6 нарушение. Удираем. Ах, это музыка. Слушал бы и слушал.
На, Тём. Ух ты, еще подлетели до кучи. Я так и думал, что еще придется подзатянуть в погоне, раз их так просто не скинуть. Молодец, МС. Хвалю. Так. Еще один. На тебе. Сломал? Сломал, кажется. Так, ну и теперь наше любимое укрытие. Сопротивление при аресте нам засчитали как седьмое нарушение. Так, это сюда. Все, оторвались. Отдыхаем. Не, красавица, Порше, конечно. Так, следующее задание. Секундомер. Где надо побить рекорд 2 минуты 40 секунд. Кстати, недолго. Еще одна топовая машина в этой игре. Mercedes-Benz SLR McLaren. Господи, я уже не знаю, сколько попыток прошло, я просто предыдущий вырезал. Так, теперь, значит,
На данном Mercedes-Benz McLaren. Так, продержаться 10 минут погони, затем оторваться. То что было? Так, далеко не все вылипали. Ого, там закрутило одно красиво. Мы все пока не бьем их. Более один остался. Нам еще 8 минут держаться. На тебе. Поехали за джипами вдогонку. Ух, нифига себе, тут куча мала. Давайте поищем автовокзал. И дабы не мотать себе нервы, так. Отсидимся там. Ну, правда, если получится, конечно. Да,
вот получается автовокзал. Тихо, тихо, да блин. Уйди, уйди, уйди. Падай, падай, падай. Он не один тут еще. Да, блин, взял, спихнул. Бай, заезжай. Лучше на этом, на возвышенности, вот на этой, конечно. Давайте вот так вот на угол заедем. Тихо, тихо, да блин, урод, ты тупорылый. А, ну да, телепортироваться как раз наверх, хорошо. Все, думаю, достаточно. Ну все, ребята, ждем. Сколько? Еще 8 минут. Вертолет прилетел компанию составить. По идее, должен успеть начаться статус погони 5. Может быть, и кросс приедет. Давайте, пожалуй, пока ничего интересного не происходит, записи я остановлю. Потом продолжим. Допустим, когда пятый уровень погони наступит, или когда, к примеру, минута последняя останется. В общем, ухожу на паузу и позже вернемся. Так, вот, пошла последняя минута состязания. Как видите, я стою все на том же месте. Полицейские машины уже все битые в хлам. Потому что, видите, пытаются меня достать непонятно как. Не раз они потревожили трафик. Видите, что творят. Один, кстати, сзади прям подъехал, но не задел меня, а упал вниз, что характерно. Хотя мог вполне столкнуть. Но только один раз такое было, что вон оттуда, откуда я заехал, заехал полицейский. 20 секунд стало. Сейчас самое страшное будет спускаться. Но я потом прямиком туда рвану, к заправке, впереди которая. Так, 10 секунд. Что творят, а? Искры аж летят. Все. Пятый статус погони. Ой, фак, что я наделал. Не в ту сторону поехал. Давай, молодец, езжай. Погнали. Тем более статус погони 5, сейчас корветы приедут. В рот их чих-пых. Вы, ребята, молитесь за меня, чтобы я оторвался. Не зря же я столько времени ждал. Я даже жене успел позвонить. Мы с ней поговорили немного, минут 3-4. Ну, молодцы, сами сбили. Хорошо. Блин, вот мое укрытие же. Но оно сейчас засветится, потому что я... Скотина, блин. Ну не я, скотина, Макларен высокооборотистый, гребаный урод. Который шлифует на месте. Я
Так, ладно, едем на стадион. Это же с ними достанут. Мой верный стадион, где я не раз спасался. Во всех версиях этой игры. В2 Макларен. Потихоньку газы. Все, укрытие. Отлично, ребята. Можете меня поздравить. Одно из нудных заданий выполнено. На все про все у меня ушло 12 минут практически. Фух, хорошо. С этого задания начинается самое интересное.